Ксения Лисковец с необходимыми документами шла с некоторым волнением к членам приемной комиссии, хотя переживать девушке точно не стоило. Аттестат с высокими баллами, багаж знаний, накопленный в музыкальной школе и самостоятельно принятое решение еще со второго класса общеобразовательной школы связать свое будущее с музыкой. Все эти факты стали хорошим подспорьем для конструктивной беседы с будущими преподавателями. В 8 классе общеобразовательной школы с отличием закончила музыкальную. И оставалось дополнительно на 1 год для подготовки непосредственно к поступлению. Но отлично закончила 9 класс и была четко уверена, что хочу свою жизнь связать именно с творчеством, с исполнительством на народном инструменте. Выбирала между фортепиано и аккордеоном и все-таки решила выбрать что-то более оригинальное. И хрупкая девушка выбрала массивный, но достаточно оригинальный для себя инструмент – аккордеон. И в случае поступления ближайшие 4 года Ксения Лисковец будет постигать азы музыкального мастерства по специальности инструмента народного оркестра. И таких желающих осваивать творческую профессию в Брестском государственном музыкальном колледже много, но цифры набора на 2021 год уже определены. Количество абитуриентов уже превышает возможности учебного заведения. В этом году вступительная кампания активна. Министерством образования утверждены следующие контрольные цифры. 54 общее количество на основе бюджета и 1 платное место. В приемную комиссию поступило 64 заявления от абитуриентов. И 1 платное заявление. Как правило, в наше учебное заведение поступают ребята талантливые, способные, и они заканчивают музыкальную школу на отлично, поступают в наш музыкальный колледж и в дальнейшем продолжают свою жизнь, связывают ее с музыкой. В этом году вступительная кампания в Брестский государственный музыкальный колледж особенная. Возобновлен прием на 2 специальности – актерское искусство и пение академическое. Для многих молодых людей, которые хотят связать свою жизнь с театром и сценой, это знаковое событие. Ведь последний раз набор на эти специальности был открыт в 2013 году. Но и это не все преференции, которые открываются перед поступившими. У нас прошедший учебный год был знаковым в том смысле, что у нас появилось общежитие. Конечно, его отсутствие сказывалось и на приеме, потому что, исходя из как бы житейских каких-то сложностей или просто проблем, многие родители делали выбор не в нашу пользу, отправляя своих детей поступать в другие учреждения музыкальные, потому что там было общежитие. В этом году у нас уже оно было, мы уже набираемся опыта, поэтому с этим проблем уже нет. И это, конечно, очень важно для иногородних. Высококвалифицированные преподаватели, комфортабельное общежитие, яркая студенческая жизнь – все это есть в Брестском государственном музыкальном колледже имени Григория Ширмы. А значит, даже после получения диплома и трудоустройства учащиеся будут с теплотой вспоминать свою альма-матер.